Пошло? Да. Приветствую, стальной хват. Дима прижимается к стене. 5 литров. Видно, Витальевич, глянь? Да, должно быть видно. Не, либо должно, либо видно. Нет, все, четко видно. Вот, 5 литров. Заводская, холодненькая. Поехали, Димыч. Ты не смотри сейчас на время, а смотри. Поехали. Все. Зафиксировал. А, там, это, спасибо, я посчитаю. Димыч, 3 минуты надо. 10. Мне можно сказать, что ли? Нужно. Как нужно. Да, ровно стоит. Я думал, мы идем так, без этого. Без упора, да? Пока это с упором. Теперь тяжело. 20. Тяжелее. Да, тут ты должен прогнуться. А можно спиной, да, чуть-чуть играть? Так попа должен касаться. Да, да, да. 30. Да. Чуть-чуть выгибаешься, но 40. 50. Минута. Разминка скоро закончится. Да. Минута 10. Лежать. Папу надо слушаться. Минута 20. Да вы встали от цифры. Можно принять потом, что переживает. Минута 30. Минута 40. Дим, еще чуть-чуть. Давай. Минута 50. Дима, до двух нужно держаться. До трех. Две минуты. Все, Димон. Давай, держись. Давай, теперь пошло. Самое тяжелое, Дима. 2:10. Там про тебя нехорошие слова написали. Надо показать, что... 2:20, Дима. Держи. Димон, потерпи, Дима, потерпи. 30. Димон, держи. 36, 37, 38, 39, 40. Параллель прошла. Больше не будет читать. Мостик!